Всем привет! В этом видео мы с вами посмотрим на технологичный, удобный и простой в использовании на каждый день триммер. И я уверен, он вам понравится. Дайте вместе разбираться, как это все работает. Полное наименование модели Panasonic ERGD61. Внешне это интересный триммер, он выглядит вполне себе футуристично, плавные линии, крайне приятен тактильно, когда ты держишь его в руках. В любом случае вы получите максимум эстетического удовольствия как от внешнего вида, так и от форм-фактора, от материалов, сделано все действительно очень и очень круто. Давайте теперь посмотрим, что находится в комплекте. Это в первую очередь сам триммер, сумка для переноски, щеточка для чистки и масло. Из аксессуаров доступно несколько насадок для стрижки бороды. Первая — это насадка гребень с регулятором длины стрижки и создание плавного перехода. Длина волос может быть от 0,5 до 10 мм. Установка происходит в считанные секунды. И далее нужно просто покрутить колесико, выбрав нужный размер. Сам же контур легко делать при помощи лезвия без насадок. Оно широкое, 35 мм, и работать с ним одно удовольствие. Причем тут еще и применяется технология, разработанная самим Panasonic. Она помогает защитить кожу и не вызывать раздражения. И тем более вы точно не сможете пораниться. Деликатный подход и комфорт применяется ко всем моделям. Таким образом, остается только один вопрос. А если нам нужно сделать более детальный вариант стрижки бороды и подогнать форму, то могу ли я это сделать? Да. В комплекте есть насадка и для этого. Она ограничивает размер лезвия до 10 мм. Все максимально просто. Для усов тоже будет отличным решением. Результат реально удивляет. Зарядка до 100% займет 1 час, а время автономной работы составит 50 минут. Заряжать часто точно не придется. От сети он аналогично работает. Круто еще то, что вы всегда сможете помыть под проточной водой лезвие. О чем говорит надпись «Washable» в нижней части корпуса. Но это не полная влагозащита, а потому в душе его использовать нельзя. В итоге мы получаем универсальное решение с возможностью придания единой длины волос у бороды. Легко можем подровнять ее контур, причем результат будет не хуже, чем у похода к барберу. А времени тратится минимум, и вы сами все сможете сделать. А также можете подогнать более мелкие элементы бороды и усов до желаемого внешнего вида. Главное, что вы должны знать, что делается все очень просто и удобно. И каких-то вот подводных камней, моментов, которые бы мне не понравились, тут однозначно нет. А потому искренне рекомендую. Актуальная цена будет по ссылкам в описании, а также в прикрепленном комментарии. Естественно, большие пальцы вверх ставьте на канал, подписывайтесь, внизу есть красная кнопочка, и пишите ваше мнение о том, что вам понравилось, что не понравилось, и каким триммером, например, пользуетесь вы. Несколько дополнительных роликов тут. На один из них нажимаем, переходим, смотрим. Там много всякого интересного. Угу.